an organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, у нас произошла некоторая техническая неполадка. Я смотрю, ко мне подсоединились коллеги, которые должны будут через полчаса свои доклады. Коллеги, я вам напоминаю про микрофоны, что их лучше выключать. Так, я надеюсь, что у нас все восстановилось. Так, сейчас я верну картинку. Так, уважаемые слушатели, я прошу вас дать мне еще раз обратную связь, потому видите ли вы то, что... Видите ли вы мой экран? Да, к сожалению, пришлось подключиться заново. Так, да-да-да, я вижу, спасибо большое, пошли плюсики. Здорово, что вы смогли к нам подсоединиться снова. Надеюсь, что такая ситуация не повторится. Я вижу... Я вижу несколько вопросов, в том числе вопрос от Влада. Он очень длинный, я боюсь, что технический. Да, я вижу, что у вас что-то не получилось со службами, которые недоступны в компоненте оформления заказа, хотя активны. И там могут быть разные нюансы, почему они недоступны. Давайте попробуем все-таки вот этот вопрос решать с технической поддержкой, потому что вот в рамках вебинара мне придется задавать очень много вам вопросов, на которые вам нужно будет отвечать, чтобы разобраться в вашей проблеме. К сожалению, в этом формате это довольно сложно. Надо пройтись просто еще раз по всем настройкам, убедиться, что там все нормально, и если вы уверены, что все сделали правильно, обратитесь в нашу техподдержку, они посмотрят и разберутся, что могло помешать. Так, хорошо, мы тогда двигаемся дальше. Мы остановились на общих настройках службы доставки, стандартные службы доставки, которые называются доставка курьером. По ним, собственно, все, надеюсь, понятно. Дальше у нас есть с вами некоторые настройки обработчика именно этой службы доставки курьером. В частности, у нас есть цена, и мы можем указывать диапазон как бы доставки. Да, то есть это, грубо говоря, срок, сколько может доставляться именно этой службой доставки наш заказ. Это понятно, но у нас есть гораздо более интересная история. Это ограничение. И ограничение – это важная функция, которая позволяет нам отключать или, наоборот, включать ту или иную службу доставки, которую вы для себя выбрали, да, которую вы к себе подключили, в зависимости от тех или иных условий. И, собственно говоря, вот у нас есть несколько ограничений для службы доставки. У меня вот есть определение по местоположению некоторые ограничения и по сайтам. То есть, почему, например, по сайтам? Опять же, в случае, если у вас на одной платформе несколько интернет-магазинов, то та или иная служба должна работать для одного из этих магазинов. И, собственно, вы таким образом ограничиваете работу той или иной службы доставки для одного из своих сайтов. Или по местоположению. Что у нас еще есть? Когда мы добавляем те или иные ограничения, у нас может быть вот такой выбор. Да, то есть, например, по весу, что, в общем, кажется логично. И мы, если минимальный и максимальный вес в граммах, то есть больше 10 килограмм, например, ну, курьеру не унести, да, не дотащить. И мы такое ограничение можем создать для себя по весу и будем видеть, что вот от 0 до 10 тысяч грамм эта служба будет работать. Да. Если как только вес товара в корзине
превысит 10 килограмм, эта служба перестанет быть доступной для нашего с вами покупателя. Важно, что для того, чтобы подобное ограничение работало, не забывайте, что вам нужно, чтобы у вас в товарах был прописан вес. Да, тогда это ограничение будет срабатывать естественным образом. Если вдруг у вас вес не указан, то, понятное дело, ограничение не сможет сработать. То же самое касается максимальных размеров. Да, то есть вы можете указать те или иные размеры, которые не позволят доставить курьеру. Вот, например, кубометр, да, курьер, видимо, никак не сможет доставить. И мы можем это, собственно, это ограничение ввести. Также у ограничения есть сортировка. Это сортировка, по которой будет применяться ограничение. То есть, например, в данном случае, если вес будет наиболее важным ограничением, нежели чем местоположение, да, и наоборот. Тут можно менять историю применения тех или иных ограничений. Также важным ограничением может быть платежная система. Почему? Потому что если, например, клиент хочет оплатить банковской картой не на сайте, а офлайн, а вы курьеру не можете выдать терминал по тем или иным причинам, да, соответственно, вам нужно вводить ограничения на платежную систему. То есть вы определяете, что вот для этих платежных систем данная служба доставки будет работать. Для других платежных систем данная служба доставки работать не будет. И, например, можем определить, что только наличные курьеру, тогда курьер везет. Нет, значит, ну, извините, доставка курьером недоступна. Ну, я сейчас утрирую, но подобное ограничение может быть полезным. То же самое касается, например, стоимости заказа. То есть вы действительно можете определить себя, что ну, никак нельзя доверить курьеру заказ стоимостью 100 тысяч рублей, да, ну, то есть больше 100 тысяч рублей. И тогда вы такое ограничение для своего магазина вводите, и опять же, недоступна будет данная доставка при определенной стоимости заказа. Ну или наоборот, вы считаете, что только своему курьеру вы можете доверить заказ стоимостью от 100 тысяч рублей, и тогда наоборот, на какие-то курьерские службы внешние, сторонние, вы накладываете это ограничение и ставите наоборот ограничение от 100 тысяч рублей для курьера. То же самое может касаться категории товара. То есть если вы считаете, что определенная категория товаров может или не может доставляться курьером, то есть, например, вы продаете гантели или штанги, и, соответственно, вот категория штанги, она, ну, не может доставляться курьером по простой, понятной причине. Он не донесет. Соответственно, вы можете добавлять и такое ограничение. Ну и так далее. Здесь целый ряд, опять же, тип плательщика. То есть, например, для юрлиц может курьерская служба не работать, или какая-то определенная служба может не работать для курьерских, для юридических лиц и так далее. Так, пам-пам, что еще? У нас еще могут быть различные дополнительные услуги. То есть, какого рода услуги здесь могут быть? Ну, например, у вас может быть дополнительная, с точки зрения доставки, дополнительная платная услуга, примерка. Ну, то есть, там, не знаю, вы, например, везете на примерку несколько вариантов одежды, и если считаете, что это должно быть платным, соответственно, это может стоить столько-то. У вас может быть дополнительная, там, не знаю, удаленность или там дополнительный километр, или в случае, если, опять же, вес товара или размеры, габариты товара по тем или иным ситуациям не дают возможности привести за ту же цену, да, вы можете дополнительные услуги какие-то включать в свою собственную службу доставки. И таким образом получите такой полный, понятный для нашего с вами покупателя набор услуг и понятную стоимость доставки, которая будет, с помощью которой вы будете доставлять ему товары. Так. Так. Я вижу, что еще есть несколько вопросов.
Можно ли подключить службу Яндекс.Доставка? Ну, насколько я знаю, прошу прощения, самой встроенной службы Яндекс.Доставка у нас пока нет. Не знаю о планах, планируется она или нет. И не видел такое решение в маркетплейсе, поэтому там, ну, скорее всего, нет, пока нельзя подключить. Если это прям необходимо, то кто-то из наших партнеров-разработчиков может вам помочь в подключении такой службы, потому что у Яндекса там наверняка есть нормально развитая API, и, соответственно, настроить это подключение можно, добавив свой собственный обработчик. Ну, или, может быть, все-таки поискать в маркетплейсе, возможно, уже появилось какое-то решение, которое может подключить подобную службу доставки. Так, тут Влад уточняет, что нет в коробке поставляем в коробке решениях нет всех тарифов. Скорее всего, просто в коробочном решении, ну, то есть тарифы служб доставки меняются там вне зависимости от нас, да, и поэтому встроенные на наш тариф, который были сделаны на момент какой-то интеграции когда-то давно, да, они уже поменялись, и мы, естественно, не можем подключить все подряд. Возможно, но есть еще какие-то другие организационные причины, почему мы не можем добавить все тарифы по умолчанию в встроенное решение, но вот я не готов сейчас на эту тему рассуждать, потому что там может быть много разных нюансов. Так, я вижу, что пропал звук, хотя со звуком все нормально. Да, я вижу ваше сообщение о том, что пропадает звук. Пытаюсь сейчас понять, что это может быть, но пока не вижу, чтобы мне система сообщала о какой-то неполадке. Ну, что же, будем надеяться, что это все-таки прекратится сейчас. Нет, не только у вас пропадает звук, Валерий, я вижу, что несколько сообщений об этом. Так. Вижу, так. Как передать в 1С эти дополнительные услуги? Вот на этот вопрос я, к сожалению, Ксения, не смогу вам ответить. Дело в том, что у меня нету, скажем так, в моем багаже знаний достаточной детальности по интеграции с платформами 1С. Возможно, такая ситуация есть, возможно, нет, но, к сожалению, вот ответить точно сейчас вам не смогу. Лучше всего этот вопрос задать либо в техподдержку, либо вы можете мне отдельно написать, там, найдя меня в Фейсбуке или просто электронную почту на сайте моей размещена, можно мне написать, я попробую для вас выяснить эту информацию и ответить вам персонально. Так, появится ли автоматическая смена статуса заказа при движении посылки у Почты России? Нет, мы автоматически такую не планировали. Опять же, это может решаться индивидуально там разработчиком, прокидывая статус. У нас весь необходимый инструментарий для разработчиков в этом отношении есть, и мы, конечно, можем это сделать. Да, я вижу, что с картинкой и со звуком бывают проблемы. Это, скорее всего, связано с интернет-каналом. Насколько я вижу свой интернет-канал, у меня с подключением все хорошо, и мне система сейчас не показывает какой-то проблемы, связанной с трансляцией. То есть у меня система четко отслеживает уровень сигнала и качество передачи, поэтому, к сожалению, скорее всего, это какие-то магистральные проблемы там на стороне там, между вами или между нашими провайдерами, то есть что-то такое, видимо, происходит. Так. Давайте, наверное, подождем буквально 30 секунд, потому что я вижу несколько сообщений о том, что звук пропал. Сделаем вот так вот. Так, ну вот сейчас должно быть все нормально. Уж точно. По крайней мере, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы звук работал хорошо.
Скажите, пожалуйста, вопросики, что сейчас происходит с картинкой и со звуком? Да, вижу, что, видимо, небольшая задержка все-таки происходит. Спасибо за обратную связь. Вижу, что звук появился и картинка вроде появилась. Так, а какие вопросы я еще не ответил? Так, вроде по всем прошелся. Так, давайте заглянем в тот же самый самовывоз. Это точно такая же служба, настраиваемая, и, соответственно, она имеет все те же самые настройки по обработчику, по ограничению и по доп. Услугам. Единственное, опять же, для самовывоза та же самая история. То есть здесь необходимо будет выбирать склады, если вы... То есть склады необходимо завести, да, необходимо будет указать их местоположение и так далее, и выбрать те самые склады, которые для самовывоза человек сможет выбрать для самовывоза в процессе оформления заказа. Вот. Что еще с точки зрения доставки полезно знать? У нас с вами есть такая штука, как статусы заказов. И у нас есть несколько статусов, которые относятся к доставке. Они помечены буковкой D. Вот они, собственно говоря, эти статусы, состоят из двух буквок и, собственно, используются для того, чтобы отдельно как бы демонстрировать статус доставки службы доставки. В большинстве интеграций с внешними службами доставки, да, если это автоматизированная служба доставки, эти статусы будут меняться автоматически в зависимости от статуса самой службы доставки, да, которая меняется у них в сервисе, у них на сайте. Если вы используете службу доставки не настраиваемую, то есть наоборот, вернее, настраиваемую, а не автоматизированную, то, соответственно, эти статусы вам надо будет менять вручную. Вы можете, если используете только настраиваемые службы доставки, у вас нет никаких автоматизированных, и вы возите, например, как вот один из примеров, внутри одного города, используете собственную службу, то количество вот этих статусов вы можете сократить или, наоборот, увеличить для того, чтобы максимально охватить, да, все необходимые информационные события, да, о которых необходимо сообщать вашему покупателю. При переходе между этими статусами будут срабатывать почтовые события, и эти почтовые события, соответственно, будут отправлять либо электронную почту, либо, если настроена отправка СМС, будет отправляться СМС-сообщение о том, что происходит с заказом, и в данном случае с доставкой. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось с точки зрения оформление заказа. Я тут несколько настроек же все-таки сделал. Давайте посмотрим, как это повлияло на службу доставки. Ух ты, у меня тут, ну, вроде ничего ценного такого, что может повлиять. Ну, вот, собственно, у меня по умолчанию выбрана доставка курьером. Она, как и планировалось, стоит 500 рублей. Ни одно из ограничений, потому что у меня ограничение на вес, с весом здесь явно все в порядке. У меня ограничение на сумму, и с суммой здесь тоже все в порядке. Ограничение на доставку у меня тоже не сработало. Это означает, что и та, и другая служба доставки, то есть доставка курьером и самовывоз, который у меня используется в системе, у меня работают. Наличный курьер, кстати. А, ну да, у меня других служб здесь и не подключено, к сожалению. Можно было попробовать переключиться на какую-нибудь банковскую карту и попробовать другой вид. Если мы сделаем так. Да. Кстати, вот сработало ограничение на наличный курьеру. Да? То есть, когда у меня была выбрана доставка курьером, у меня сработало ограничение на платежную систему. И, собственно, платежная система у меня доступна только одна. В случае, если я выбираю самовывоз, там у меня нет ограничений, по крайней мере, мы их не устанавливали. И здесь у меня доступны все остальные подключенные службы оплаты, да, платежные системы, которые я могу в процессе работы выбрать. Да, ну вот примерно так это и выглядит.
Так, вопрос, если один склад, нужно ли его заводить? Ну, желательно заводить склад, конечно, чтобы, если у вас есть самовывоз, то система сама подставила туда этот сам склад, показала его адрес и так далее. То есть наличие склада это плюс, нежели чем минус. Но, опять же, если вы не указываете склад, да, вы можете указать эти данные в каком-то другом месте. И действительно, ну, то есть можно обойтись без этого, хотя, опять же, на мой взгляд, проще указать, чем куда-то в другое место вставлять данные о своем складе. Так система сама его покажет. Ну вот, собственно говоря, у нас есть служба доставки, она стоит самовывоз, статус отгрузки ожидает обработки, то есть мы вот по этим статусам можем как бы работать. Если я бы выбрал другую какую-то систему, для которой статусы работают иначе, соответственно, у нас появилась бы вот такая история со статусом. Так, можно ли потестировать доставку только в одном городе? Извините, сейчас я не смогу это потестировать. Это займет много времени на перенастройку местоположений. Боюсь, вот не в режиме реального времени. Если, опять же, хотите индивидуально, могу попробовать вам подсказать, как лучше это сделать. Так, что же, на самом деле по основным настройкам, мне кажется, мы прошлись. Напомню еще раз, что для того, чтобы вообще все службы доставки, и в том числе ограничения, о которых мы говорили, работали корректно, надо не забывать, что в самом товаре тоже есть целый ряд нюансов, которые могут быть важны. В частности, это... Так, где у нас тут характеристики? Так, у меня здесь вообще нету названия этих данных. Сейчас торговых предложений посмотрим. Да, у нас есть данные по количествам. Сейчас, где у меня склады? А, у меня склады не заведены, поэтому... А, ну конечно, у меня не включен складской учет, поэтому здесь и нет этих данных. Понятно. Хотел вам показать на то, что необходимо, собственно, выбирать, где какой товар. То есть обязательно передавать или из 1С, или выбирать вручную, где какой товар находится, на каком складе. Да, или это используется. Если используется складской учет, то, соответственно, об этом не забывать, да, что он есть. Что должно быть обязательно количество, да, чтобы все было в порядке. Что вес и размер, да, должны быть указаны, чтобы срабатывали правильно ограничения. Но опять же, эти данные могут быть передаваться из 1С или вводиться вручную в каждом товаре, но это зависит от того, как у вас выстроен бизнес-процесс обновления каталога. Но вот эти вот параметры, собственно, являются важными, да, для того, чтобы у нас правильно отработала история с доставкой и ограничениями, которые у нас есть. Так, что же, если есть какие-то вопросы, я готов сейчас в течение там 1-2 минут их подождать и ответить по моей части. Напомню, опять же, что если вдруг я какой-то момент там недостаточно хорошо озвучил или что-то оказалось непонятно, то напоминаю, что в системе есть справка, то есть вот эта самая помощь, которая помогает контекстно. То есть показывать, грубо говоря, например, вот создание и редактирование самой службы доставки, что делать с группами доставки. Вот, например, информация по тому, как вообще все это настраивается и работает, да, какие есть ограничения вот, по дополнительным услугам и так далее. То есть у нас довольно много справочных материалов, в которых, в общем, довольно сложно заблудиться, потому что мы постарались сделать вот такой раздел «Поддержка 24», который помогает сориентироваться в справочных материалах по тому или иному разделу. То есть, если вы, находясь, например, в списке служб доставок, обращаетесь сюда за помощью, система сама подскажет вам учебные курсы и справочные материалы по работе с этим разделом. Я обращу ваше внимание еще раз сюда. Здесь, вот, например, есть советы пользователей и очень любопытная история про маршрутный лист курьера. Здесь вот некоторая статейка и про модуль маршрутный лист курьера, который, собственно говоря, ставится из маркетплейса для того, чтобы, собственно, создавать маршрутные листы. Это может быть очень удобно.
обращайте внимание на такие подсказки. Если вы используете курьерскую доставку свою собственную, то почему бы не использовать подобный лист маршрута? Так, вот вопрос, как настроить доставку и оплату при покупке в один клик. Вы знаете, дело в том, что покупка в один клик – это не штатный функционал платформы, то есть это, скорее всего, какой-то модуль из маркетплейса, который обеспечивает эту покупку. И, видимо, в настройках этого модуля можно изменить, какие именно данные по умолчанию выбраны при оформлении такого заказа. Дело в том, что модулей «купить в один клик» довольно много, они по-разному в механике работают, и с этим, как бы, ну, мне сложно узнать, как они работают. Некоторые модули оформляют заказ, некоторые вообще заказ не оформляют, а просто делают заявку какую-то и так далее. То есть там довольно много, много вариаций. Поэтому вот посмотрите на модуль ваш, посмотрите на описание. Возможно, имеет смысл связаться с производителем этого модуля и уточнить у него возможности по работе. Предусмотрено что-нибудь на случай двух товаров на разных складах в одном магазине? Хороший вопрос. Интересно, что тут можно предусмотреть, кроме того, что как-то ограничить самовывоз, да, то есть если два товара на разных складах в одном магазине, и человек выбирает самовывоз, вероятно, ему покажут оба склада. Ну, в общем, тут есть нюансы, к сожалению, вот не готов так сходу ответить, какая будет здесь логика. Вернее, что здесь можно такого хитрого сделать, чтобы помочь клиенту? В случае, если у вас курьерская доставка, то вы там, по идее, это ваш процесс, вы сами должны разобраться, кому, как отправлять. В случае самовывоза согласен, вопрос интересный, но, к сожалению, ответа на него прямого нет, боюсь, что может быть не предусмотрена такая характеристика поведения вот для стандартного сценария работы с самовывозом. Так, ну что же, я предлагаю сейчас, мое время вроде как истекло, и я хочу передать слово нашему следующему спикеру. Я остаюсь с вами здесь и могу отвечать на вопросы, ну, уже в письменном виде, потому что говорить, естественно, будет другой человек. Я хочу позвать Вячеслава Слободяна. Вячеслав, включите, пожалуйста, микрофон и скажите, что вы готовы. Вячеслав. Алло. Да, алло. Вячеслав, я теперь вас слышу. Все отлично. Да, немножечко громче прошу говорить, потому что явно меня слышно лучше сейчас, чем вас. И я готов переключить экранчик. Готовы ли вы? Так, сейчас секундочку, я тогда попробую где-то здесь в настройках у нас сделать. Улучшить громкость связи, я надеюсь. Ну вот, сейчас лучше. То есть, видимо, уже поближе к микрофону, значит, чуточку лучше стало. Окей. Так, сейчас будет максимально качество возможное звука, насколько я. Все супер, я переключаю экран. Да, давайте. Так, коллеги, здравствуйте. Сейчас видно, да? Пока еще нет, но картинка должна появиться, если нажали «Да». Да, все появилось. Ага, супер. Итак, дальше я хотел бы рассказать о переходе от просто доставки к логистической платформе, которая предлагает намного больше и в одном лице. В данном случае буду говорить о нашей логистической платформе Shipter, которая предлагает для малого и среднего бизнеса в России и плотно работающего на Москву определенный спектр услуг, которые позволят разгрузить интернет-магазины и переключиться владельцев интернет-магазинов, управляющих, на другие задачи, которые невозможно делегировать на их текущем этапе развития.
Среди таких задач я бы особо отметил заборы товаров, складское обслуживание, fulfillment в Москве, агрегацию доставок разных, интеграции с разными системами и дополнительные услуги, такие как создание контента или фотографирование товаров, оптимизация, доработка и продвижение сайтов интернет-магазинов и даже колл-центр с допродажами. У нас для этого есть инфраструктура, софт и опыт работы с различными магазинами. И мы стараемся продвигать позицию, что все задачи клиента, в данном случае интернет-магазин, должны быть решены в одном окне. То есть так, логистическая платформа под ключ. Вот, собственно говоря, краткий скрин, что мы основное предлагаем именно вам, потому что у нас клиенты разные, мы работаем и с зарубежными интернет-магазинами, с нашими интернет-магазинами, есть услуги кроссбордера, но в данном случае основное это, я предполагаю, что все-таки цель это аудитория Москвы. Мы позволяем клиенту взять сразу множество разных доставок и получить их плюсы. Плюсы у них разные. В данном случае, чтобы собрать плюсы всего и вся, так, я, пожалуй, вернусь, дело в том, что ни одна доставка из указанных не дает идеальный вариант. Кто-то предоставляет быструю доставку по Москве, кто-то предоставляет хорошую сеть пунктов самовывоза, которыми многие клиенты любят пользоваться. У кого-то, за кем-то остается очень широкое покрытие по стране в самых отдаленных уголках. Есть службы, которые работают день в день. И нету службы, которая предоставила бы все сразу в одном флаконе. Соответственно, в данном, ну, по крайней мере, на данном этапе у нас такого лидера в России нет, наверное, и в ближайшее время не появится. И чтобы интернет-магазин мог выигрывать на всех направлениях и плюс иметь возможность переключиться между, скажем, близкими решениями с разной ценой, на более дешевое для клиента, естественно, более быстрое, нужна агрегация разных доставок. Кроме этого, агрегация решает очень важный момент. Это огромная экономия сил интернет-магазина. Вместо того, чтобы добиваться заключения договоров, работы с менеджерами, получения счетов за проделанную работу подрядчиками и так далее, с разных мест, с разных организаций в разное время, в случае работы с какой-либо логистической платформой клиент, интернет-магазин, получает это, например, раз в месяц, то есть в нашем случае, например, это раз в месяц постоплата, выставление счета за оказанные услуги. Один менеджер, который отвечает на все основные вопросы. И, условно говоря, одно окно, которое выдает всю основную информацию. Это удобно, это экономит очень много сил, нервов. Плюс важный момент – консолидация. Мы как можем предлагать скидку на тарифы, поскольку у нас много клиентов, соответственно, для нас эти службы предоставляют зачастую более выгодный тариф. Мы его транслируем нашим клиентам. Это один момент. Второй момент. Наши курьеры в Москве могут сделать заборы у поставщиков интернет-магазинов, на собственных складах интернет-магазинов сразу для доставок нескольким клиентам разными службами. То есть от этих служб будет приезжать, скажем, не 5 клиентов вот сегодня, да, забрать их и развести по разным местам, там что-то в Москву, что-то в регионы, что-то в Московскую область. Приедет, например, один курьер, заберет это все, отвезет и передаст уже этим логистическим службам. Заметная экономия. Кроме этого, получается, что поскольку у нас речь еще идет о фулфилменте, о собственном складе, тут тоже интернет-магазин при работе
работе с такой платформой может заметно выигрывать. Выигрывают, например, интернет-магазины, у которых все основные ресурсы, операционные, склад находятся где-то в регионе. Таких много. Но при этом они хотят успешно осваивать рынок Москвы. Как это делать? Если вы в регионе, то соперничать с теми, кто находится в Москве, невозможно. Они разбаловали, условно говоря, московскую аудиторию настолько, что москвичи, тех, кого мы к ним относим, ожидают доставку в течение дня, на следующий день максимум. Ну, соответственно, плюс там бывают такие ситуации, что возврат, еще что-то, повторные какие-то доставки. Соответственно, при наличии фулфилмента, то есть нашего предложения арендовать наш склад и использовать его в качестве своего, региональные компании или те, у которых, например, по каким-то причинам там другая ориентация их собственного склада в Москве, они получают некий аэродром подскока или вообще один из основных операционных пунктов, откуда будут обслуживаться, соответственно, заказы в Москве. У некоторых магазинов это до 80%, становится через некоторое время. То есть они больше работают по регионам, у них там развитая сеть, в Москву они хотят зайти, но у них для этого встает вопрос, неужели надо снимать склад, нанимать людей, выделять команду из основного резерва, который туда отправлять, который людей, а людей и так не хватает, а тут можно арендовать склад, людей, которые будут это все делать и отчитываться. Также на этом складе, кроме прочего, можно принимать, естественно, заказы от ваших поставщиков, если у них есть склады в Москве, например. Окей. Делаете заказ, сотрудники склада проводят приемку товара, соответственно, у вас, условно говоря, на вашем теперь уже как бы складе появляется набор товаров, с которых вы можете либо рассылать по стране, либо работать на Москву. Тоже не проблема. С того же склада Fulfillment можно спокойно работать и по России, и в Беларуси, и в Казахстан. То есть такие заказы бывают. Такие они, собственно, иногда бывают, когда появляется возможность у клиента заказать внезапно к себе. А не просто посмотреть на интересный интернет-магазин, дойти до доставки и прочитать о том, что, ну, извините, идите на службу транспортной компании, там посмотрите, сколько будет стоить к вам доставка, и возвращайтесь, делайте заказ. Там менеджер созвонится, потом посмотрит, подумает, и тогда товар, может быть, к вам поедет. А так ваш покупатель, он увидит, что, ага, есть доставка. Например, если вы достроите такую возможность, ко мне в Беларусь, соответственно, я могу заказывать. И это направление тоже у некоторых наших клиентов начинало, ну, относительно активно расти. Там понятно, что это, конечно, разный объем продаж в Москву и в страны СНГ, но тем не менее, для маленьких магазинов это иногда существенный подскок такой получается, весьма приятный. Кроме этого, наш fulfillment, он также позволяет делать кросс-докинг, то есть сборку заказа из товаров, которые только что были получены у вашего поставщика, и тут же отправку ее покупателю без хранения. Тоже хорошая вещь, тоже достаточно активная. Кроме этого, на складе, естественно, проводят предпочтовую подготовку, чтобы отдать товар уже в упакованном, точнее, заказ отдать в упакованном виде службе доставки. И дополнительные услуги типа фотографирования товаров, например, если вам требуется наполнить интернет-магазин. У нас такие случаи тоже были, потому что некоторые интернет-магазины, они хотят сгрузить максимально на аутсорс многие вещи, которые не требуют каких-то ключевых компетенций. Среди них фотографирование, бывает так, что и наполнение, и колл-центр, и доработки сайта в том числе, иногда после столкновения с какими-то сложностями у фрилансеров. Но об этом я чуть позже расскажу. Значит, по поводу колл-центра. Поскольку у нас есть опыт работы с крупными интернет-магазинами, то для них мы в том числе тоже делали внешний колл-центр. Когда интернет-магазин предоставляет нам доступ в свою CRM, чаще всего, иногда в собственную админку сайта, такое бывает реже, потому что это все-таки прерогатива малого бизнеса,
Мы предоставляем обучившуюся команду. При необходимости она сертифицируется на требования заказчика, то есть на знание каких-то товаров, которые являются локомотивами продаж, на способ увеличения среднего чека для данного интернет-магазина. После чего эта команда обслуживает звонки, идущие в этот интернет-магазин. В случае каких-то сложностей, особых вопросов, эти звонки переадресуются на ваших ключевых сотрудников, которые получаются уже второй линией поддержки или же там уже даже третий. Заказы принимаются, записываются для вас в указанную вами CRM-ку, ну или в систему управления сайтом, или о чем мы там с вами договоримся. И получается так, что эти услуги вы с себя тоже снимаете. Они не требуют высочайшей компетенции, они не являются особо рисковым при условии, что сотрудники хорошо обучены и подготовлены, так что с этим все окей. Дальше, маркетинг. Многим магазинам в малом бизнесе требуется помощь в маркетинге. Почему? Потому что взгляд со стороны зачастую позволяет указать на те вещи, которые либо уже глаз замылился, не видит, либо хочется себе сказать: все, больше я не могу с этим биться, пускай оно будет так, у меня продажи идут, окей. Среди прочих вещей это уменьшение стоп-факторов, которые встречает клиент на вашем сайте, чтобы форма лишний раз не перезагружалась на сайте, чтобы оформление не скрывало каких-то важных вещей и прочее, прочее, прочее. Сюда в первую очередь, конечно, относится аудит вашего сайта. Дальше оторвано от этого идет предложение по продвижению. То есть это маркетинг и целый набор мер, которыми мы можем продвигать ваш магазин, потому что тоже для определенных проектов в России мы делали это для зарубежных заказчиков, у нас компетенции есть. Дальше, по поводу как раз фрилансеров. Часто случается ситуация, что приходит интернет-магазин, начинает с нами работать, выясняется, что что-то не так с интеграциями между нами и ними. Либо они грешат на то, что модуль как-то не так работает. Мы залезаем к ним на сайт, они, естественно, предоставляют доступ, смотрим, и выясняется, что сайт имеет определенные проблемы с подключением скриптов, модулей, в чем-то битый шаблон оформления заказа, который намного влияет, и прочие проблемы. И получается так, что это стало одной из задач, которые мы решаем относительно регулярно. Есть интернет-магазин, ему надо помочь с решением проблемы с установкой модулей, с настройкой модулей, экспортом товаров в Яндекс.Маркет и другими вещами. Вплоть до того, что некоторые клиенты начинают на нас постепенно сгружать поддержку сайта как такового, в том плане, что вместо админа, фрилансера, который убежит, исчезнет и затем придется снова платить новому за переделки, доработки и слушать о том, что «а вот предыдущий все сломал, и я ничего не знаю», без резервных копий и прочих там проблем, точнее, с прочими проблемами, собственно говоря, они прибегают к нашей поддержке. Мы это тоже оказываем. Так, поскольку мы на логистической платформе, то переходим обратно к… Тут мы будем говорить кратко об интеграциях. Интеграции для нас основные – это, по сути, Bittrex и OpenCart, поскольку на них живет основной, видимо, малый бизнес, который приходит за решением вопросов к нам с логистикой. Ритейл CRM – удел середнячков, потому что там крутятся уже гораздо более крупные задачи, там уже другая команда IT у заказчика, команда продажников и прочее, прочее. То есть если Bittrex и OpenCart – это иногда люди, оркестры, которые стараются делать все сами, либо побыстрее найти какого-то человека, который им поможет, и они пойдут дальше, то Retail CRM – это уже, ну, условно говоря, серьезно. Но это вовсе не о том, что надо на него переходить. Нет, бизнес-процессы должны решать ваши задачи. И чтобы они их решали, мы можем в чем-то подсказать, в чем-то помочь. Но перетягивать вот эту систему более совершенно нет. Более совершенных систем нет. Есть более совершенные инструменты, которые помогают вам решать задачи здесь и сейчас, либо с прицелом на какую-то стратегическую перспективу. То есть если у вас огромный рост продаж, у вас работает серьезная команда продажников и так далее, и так далее, и так далее, да, тогда CRM.
Но тогда у вас есть в штате люди, которые понимают, зачем, почему и что это даст. Потому что задача внедрять CRM-ку у клиента – это достаточно трудно, потому что нам вас тогда придется обучать, объяснять, зачем это, что это даст и так далее, и так далее. Это, вам на это еще надо будет собственное время и ресурсы выделить. Это не так просто. Так, переходим дальше. Недавно у нас появилась также интеграция с WooCommerce. Ну и сторонние разработчики, они создают так или иначе интеграции под наши API, по которому есть очень обширная документация с примерами. И, соответственно, вот всякие ModX, Alltrades, PrestaShop, ShopScript и многие другие системы, они сделаны именно по этой документации. Я также отмечу, что для Bittrex у нас на Bittrex есть клиенты, которые работают не с CRM-кой, а работают в Bittrex. И функционал, который они там сделали, он очень-очень мощный. У них огромные собственные доработки как раз под наши API. Поэтому если среди наших слушателей есть и зрителей, есть владельцы интернет-магазинов с хорошей IT-командой, соответственно, знайте, что если чего-то в штатной интеграции нету, что вам сразу подходит, или у вас собственный вообще, в принципе, взгляд на работу с логистической платформой, это реализуемо. И у нас есть некоторые клиенты, которые сделали очень серьезные, достаточно серьезно отличающиеся решения под себя, под свою инфраструктуру, с 1С и с тем, как что, откуда там, куда переходит, в каких статусах и как это должно отслеживаться. И хорошо при этом работают. То есть не только готовые модули, но и API мы тоже предоставляем весьма хорошие. По поводу начала работы с нами. Это достаточно просто. То есть регистрация на сайте, указать реквизиты в личном кабинете, распечатать из личного кабинета договор, подписать и отправить нам скан. После этого, но это сейчас речь о юрлице. После этого вы уже можете отправлять через нас посылки. Конечно, мы подождем, ну, точнее, будем ждать оригинала, и в конце месяца, точнее, или там через месяц, мы вам выставим счет за оказанные услуги. То есть не нужна предоплата, можно начинать работать достаточно быстро. С физиками работа немножко другая, мы работаем по оферте и по предоплате. Также нюанс то, что у физиков недоступна услуга доставки наложенным платежом. Так, значит, теория у нас закончилась. Теперь я перейду к практике, продемонстрирую, как у нас выглядит начальное подключение нашего модуля. Так, в первую очередь мы идем на сайт Шиптера и регистрируемся. Подключиться. Как юрлицо, например. Мы зашли в личный кабинет. Значит, по поводу тестовых заказов нас часто спрашивают. У нас отдельно тестового режима нет. Вы можете все швырять сюда, то есть заказы электронные, просто забивать их откровенно тестовой информацией. То есть ФИО, телефон, менеджеры будут видеть, и, соответственно, ваши такие тестовые заказы, они никуда ехать не будут. Если у вас уже арендован fulfillment, соответственно, есть флаг «не собирать заказ». Соответственно, он, даже если есть товар на фулфилменте, он тогда никуда не уедет. Значит, здесь в личном кабинете API мы берем этот ключ и идем здесь в Marketplace Bittrex. Значит, Bittrex, в данном случае я взял не лабовскую версию, а наш отдельный демо-стенд, потому что лабовская версия, к сожалению, у нас сегодня уже ее кто-то из разработчиков использует. Так, пум-пум-пум-пум-пум.
Так, к сожалению, здесь я стер полностью наш модуль. Сейчас я попробую решить этот вопрос. Так, коллеги, пока программист решает вопрос с демкой, я бы хотел отметить то, что для начала работы у нас кроме мастера, который есть при установке модуля, также есть короткая инструкция «Быстрый старт». Ссылка на нее присутствует у нас на странице модуля Bittrex, соответственно. Это все, что надо знать тому, кто начинает работать. Все основные настройки. В принципе, сейчас мастер быстрого старта решает большинство задач. Но, тем не менее, чтобы не читать, не вникать в документацию, открыли, посмотрели, прошли по шагам и получили нужный результат. Так, устанавливаем. Соответственно, вот наш ключ API. Первым делом спрашивает мастер быстрого старта. Затем он спрашивает ваши основные настройки. Основные настройки, почему здесь присутствуют в первую очередь габариты посылки по умолчанию? Потому что у некоторых клиентов распарсенные, например, каталоги товаров, у которых там тысячи предложений. Подавляющее большинство, естественно, это у заказчиков берется, но ни размеров, ни веса этих товаров нет. Но при этом есть понимание, какая в среднем посылка присутствует и какая она примерно отправляется клиенту. В этом случае мы указываем габариты посылки по умолчанию и, в принципе, с очень, конечно, условной точностью мы решаем проблему того, что у нас множество товаров, в которых нет конкретных габаритов. Если у вас есть конкретные габариты, отлично, они, значит, будут рассчитываться. Все, основная настройка модуля завершена. Дальше мы идем настройки магазина, доставка и настройки модуля. Так, вот у нас служба доставки Shipter и созданные профили. Профили создаются автоматически, здесь их очень много, и вам надо будет, естественно, первым делом выбрать те, которые вам симпатичны. Естественно, я рекомендую оставить хотя бы, ну, понятно, что Почту России надо оставить пару курьерок и оставить пару постаматов. Boxberries, DEC, DPD – это как вам больше нравится. Или же как вариант такой момент, то что вы выбираете направление, по которым вы больше всего в данный момент работаете, выбираете несколько товаров разных габаритов, если у вас указаны габариты на эти направления, делаете по ним расчет. Расчет можно делать в личном кабинете Шипра, стоимость услуг, калькулятор. Вот здесь. Соответственно, указываете параметры, какой у вас размер, высота, стоимость и так далее. И смотрите, что получается в этом направлении больше всего интересно по цене вашим клиентам. Соответственно, это и выставляете. Дальше уже в зависимости от работы будете решать, остаетесь вы на том, что выбрало, было бы выбрано в начале, либо на что-то другое переключаетесь. Если вы собираетесь работать со сквозной доставкой, когда вы оформляете забор, к вам приезжает курьер, забирает, отвозит, и все это уходит к получателю, это уже, значит, вы в этом более искушены и, значит, лучше понимаете, что от нас требуется взять. Так. С этими профилями можно уже смотреть пример в нашем интернет, в нашей демке. Добавляем в корзину, переходим. Оформление заказа. Так, ну, здесь он сразу уже проскочил. Видимо, когда-то я с этого компьютера уже делал заказ. Ну,
В данном случае мы, например, возьмем Екатеринбург, например. Вот он уже подсказывает. И вот он сразу выкидывает, то есть у нас такой обязательный момент, что если выбран был ПВЗ, но сменил адрес город получателя, то, соответственно, клиент принуждается мягко выбрать все-таки ПВЗ, не уходить из заказа с пустым пунктом выдачи. Но предположим, что мы хотим изменить эту ситуацию. И вот здесь у нас получается, то есть вы сразу под ключ получаете вот такую красоту. Куча вариантов. Понятно, что на нашей демке их даже чересчур много, но тем не менее, если мы отсюда оставим несколько, соответственно, мы уже можем предложить клиенту что-то достаточно серьезное. То есть, например, вот Boxberry достаточно в данном случае неплохую цену предлагает, и клиент может на карте, карта тоже, естественно, появится, выбрать какой-то ПВЗ или посмотреть, какой ПВЗ ближе к его работе, к дому или где он проезжает, определиться, сохранить этот заказ. Тут можно указать, что наличные курьеру, и, соответственно, оформить заказ. Заказ был создан. Дальше. Дальше проверяем заказы. Так. Так, почему-то не появился, хотя сейчас в настройках мы ставим всегда автоматическую отгрузку, передачу точнее, в шиптер. Так, сейчас секунду уточню, может быть, что у нас тут. Возможно, программист меняет систему работы, и, соответственно, мы сейчас поймали именно этот момент. Так, статус, 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 статус. Модуль. А, стоит тест вручную. Так. Так, доставка шиптер.
отправить в Shipter, поскольку там была включена ручная. Соответственно, наш заказ появился в Shipter, и по нему в течение короткого времени уже могут работать менеджеры Shipter. То есть они в первую очередь проверяют адекватность телефона, адреса, ну и так далее. То есть, в принципе, уже заказ у вас ушел в нашу логистическую платформу. Вот, коллеги, в принципе, это все, что я хотел сейчас в первую очередь вам рассказать. Соответственно, Сергей. Да-да, я тут, я хочу несколько вопросов вам задать, из тех, которые приходят от наших слушателей. Первый, фулфилмент в обратном направлении, Москва регионы. Если да, то какие регионы возможны? У нас нету складов в регионах сейчас готовых для этого. Мы обдумываем этот вопрос, но склады в регионах пока мы не можем предложить. Угу, понятно. А если уже есть договора с некоторыми службами доставки, ваша система может работать через договора клиента, как бы? Или если мы предоставляем собственный договор, потому что нам тоже минимизировать сложность и гарантировать определенное выполнение услуг. Потому что клиент-договор это клиентский договор, это получается не наша зона ответственности. Мы не можем теребить таким образом службы доставки за него. Мы можем их теребить по договору нашему. И по поводу региональных я бы хотел отметить, что поскольку у нас часть нашей работы связана с зарубежными складами, в Берлине, Китае и в США, соответственно, в регионы мы еще, наверное, только пойдем. Вот так. Начали с Москвы. Да, дальше какие там вопросы? При использовании Shipter как происходит механика обмена с 1С управления торговлей? Ну, я так понимаю, что там никаких особенностей нету. Нет, это у нас основное – это передать статусы в Bittrex. А вот как вы настроили триггеры в Bittrex и что пойдет оттуда, и кто возьмет оттуда, это уже другой вопрос. Потому что в основном делают именно так, что Bittrex становится неким модулем, неким местом центрального обмена информацией. Да, по идее, тут никак не зависит Shipter, не Shipter. Обмен с 1С все равно строится там по своей истории. Главное, чтобы использовать стандартные методы. Собственно, Shipter использует стандартные методы. Здесь никаких особенностей нет. Ну что ж, на этом вопросы я сейчас вижу, что закончились. Я предлагаю передавать слово дальше Павлу. Павел, скажите... Как у вас с микрофоном? Давайте я сейчас вам его... Да, как меня слышно? Да, я слышно, отлично. Вячеслав, спасибо большое за ваш доклад. Павел, тогда я переключаю на вас мониторчик, экранчик. Спасибо. Включайте презентацию, да, и мы вас слушаем. Отлично, коллеги. Напишите, пожалуйста, все хорошо. Презентацию вы видите. Я ее, соответственно, выведу на полный экран. Я так, скажу за всех. Напишите, что все окей. Все хорошо с презентацией, да, ее видно. Все супер. Ну, супер. Хорошо. Значит, о чем бы хотел сегодня поговорить? Я бы хотел рассказать некие моменты, связанные с конверсией интернет-магазинов. Вообще достаточно сложная тема с точки зрения того, что у всех есть разное понимание того, какие элементы на сайте с точки зрения конверсии лучше, применяются, какие-то хуже. Есть вечные споры по поводу кнопки, какую ее делать, красную или зеленую и так далее. Вот, поэтому, когда я готовил этот доклад, я старался взять за основу те вещи, точнее говоря, скорее научно обоснованные вещи, которые применимы в большинстве случаев. То есть любая рекомендация, которую вы сейчас услышите по поводу конверсии, она не основана, скажем так, на чьем-то там сугубо личном мнении. Она основана на исследованиях, которые проводили различные компании, на психологии потребителя вообще в принципе как таковой. И, собственно, эти вещи, они достаточно универсальны, вы можете в разных случаях их применять. Вот, их всего 21, я постараюсь максимально оперативно вам до них донести. Если будут вопросы, мы, соответственно, эти вопросы уже в дальнейшем разберем. Давайте, наверное, начнем. Итак, первый момент связан с кнопкой. Да, это как раз-таки тот вопрос, который чаще всего задают, надо зеленую или красную кнопку размещать. На самом деле были проведены исследования, и исследования показывают, что, по сути,
самое важное, что необходимо, это создавать контрастный цвет этой кнопки. То есть, грубо говоря, у вас есть сайт как ресурс, он уже имеет определенную цветовую гамму, он уже в каком-то определенной стилистике разработан, и важно в этой стилистике сделать кнопки контрастными. Какими они конкретно будут? С зелеными, красными, синими. Если у вас, например, полностью белый дизайн, они могут быть черными. Вот. Не так принципиально важно. Самое главное, чтобы эти кнопки, они были, в общем-то, выделялись на общем фоне, и пользователь их мог заметить. Да, вот там в данном примере, как только кнопка стала выделяться на фоне, она подняла конверсию, собственно, заказа на 21%. Второй момент, который важен, он связан с неким распределением и белым пространством, которое необходимо для того, чтобы пользователь лучше, скажем так, сфокусировался на целевом действии. Здесь есть ниже несколько ссылок на различные исследования, которые проводились, и, в общем-то, те моменты, которые замечали при проведении этих исследований, и такие вещи, как, например, распознавание сигналов или какая-то визуальная заметность, она в том числе играет роль. То есть, если вы создаете какую-то посадочную страницу, если у вас есть какой-то призыв к действию, который формирован в виде услуги, лучше отделять контент от кнопки для того, чтобы пользователь лучше видел, собственно, что необходимо сделать, куда нажать и какой результат получить. Важно, чтобы кнопка в принципе выглядела как кнопка. Да? То есть если вы были на разных сайтах, заказывали услуги, товары и так далее, могли наверняка замечать, что кнопки бывают совершенно разными, кто-то их делает очень большими, кто-то, соответственно, делает их, ну, скажем так, сильно плоскими, да, и очень тяжело, грубо говоря, пользователю, который при беглом просмотре сайта делает тот или иной выбор, эту кнопку заметить. Поэтому важный момент, он связан с тем, что кнопка должна быть похожа на кнопку. То есть это отражается в том числе в градиенте, который может использоваться. Это выражается в том, что будет написано на кнопке, об этом мы тоже чуть попозже поговорим. И, собственно, то, что она, в общем-то, должна иметь такую, так называемую. Четвертый момент, который важен, это изменение при наведении. Он тоже в том числе отражается с точки зрения того, что пользователь замечает какие-то изменения на странице и понимает, что этот элемент кликабельный, с этим элементом можно взаимодействовать. То есть, грубо говоря, когда наводите мышку на кнопку, эта кнопка должна иметь какую-то анимацию. Проверенная штука, действительно, если такое присутствует, то это тоже конверсию может вам поднять. Другой момент связан с взглядом. То есть наверняка вы видели, существует огромное количество там, сайтов, посадочных страниц, всего остального, где присутствуют, например, люди, которые, собственно, представляют, скажем так, этот бренд, услугу, либо что-то иное. И есть такой момент, связанный с направлением этого взгляда. Вообще в психологии есть такая, что мы невольно, что ли, следим за взглядом человека и направленностью этого взгляда. Поэтому, когда у нас, собственно, картинка, она отражает некое лицо, которое направлено так или иначе в какую-то из сторон, то важно, чтобы взгляд фокусировался на том целевом действии, которое пользователю необходимо совершить. Да, вот в примере схематично показано это отличие. То есть в первом случае, собственно, этот человечек нарисован, смотрит вперед, а во втором случае он показывает на кнопку. Да, и мы как бы невольно взглядом тоже на эту кнопку обращаем внимание. Вот. Тоже важный момент, есть смысл его учесть. Значит, момент, который часто используется, и, в общем-то, он достаточно правильный с точки зрения как раз-таки психологии, это повторение призыва действия. То есть важно понимать, что пользователь, находясь на странице услуг, находясь на странице товаров, он, в общем-то, находится в неком процессе принятия выбора. Да, там, чем хороши, например, там посадочные страницы, тем, что они имеют некий, скажем так, ну, скажем так, они имеют некую последовательность, заранее уже заданную, благодаря которой последовательность выбора пользователей, она уточняется. То есть, грубо говоря, первично, когда он находится там на первом экране, он еще не до конца уверен, что ему нужна услуга, но пролистывая, собственно, страницу до конца и смотря там на разные экраны, уверенность у него прибавляется, потому что мы, в общем-то, доносим определенные сущности в его голову для того, чтобы убедить, что эта услуга или товар ему необходим. Вот. И важно в этом моменте, что
то кнопка целевого действия, она должна пользователя, по сути, с одной стороны, сопровождать, как вот мы видим на примере, который находится справа, она находится прямо в самом верху. То есть в любой момент, когда пользователь поймет, что да, эта услуга или товар мне необходим, он может на эту кнопку нажать. А с другой стороны, она должна быть некой сквозной на собственных экранах. Ну, то есть здесь важно не переборщить с точки зрения того, чтобы она не была на каждом экране, да, но, грубо говоря, там раз в три экрана, например, если это достаточно длинная там посадочная страница, например, есть смысл делать. Вот, это поможет с точки зрения конверсии. Другой момент, он связан с такой некой психологией в том числе, это обращение пользователя в том или ином лице. Вот проводилось такое исследование, когда в контенте использовалось два сочетания. То есть говорили по поводу того, что это может быть там условно ваш продукт, и говорили о том, что это мой продукт. Вот. Когда, собственно, мы говорим в первом лице, это вызывает большее доверие, и пользователь, в общем-то, более склонен, скажем так, к тому, чтобы совершить то целевое действие, которое от него хотим, потому что это обращение в первом лице, это основано, в общем-то, на психологии. Здесь есть на слайде некая выдержка того, какой результат получился в одном из исследований, но, в общем-то, различные роды исследования подсказывают и говорят о том, что обращение в первом лице, оно дает больше эффект, нежели обращение в третьем лице. Важно это иметь в виду, когда составляется контент непосредственно для самого сайта. Другой важный момент, который был выявлен с точки зрения исследований, он скорее связан с тем, что мы реагируем на некие раздражители. В чем здесь смысл? В том, что пользователь проводит какое-то определенное время на странице. Он знакомится с товаром, он знакомится с услугой, но есть, в общем-то, то целевое действие, которое мы от него хотим. Да, там, чтобы он положил товар в корзину, или чтобы он зарегистрировался, или он получил какой-то определенный бонус, оставив нам контакты. Вот. Для того, чтобы он среди контента, описания и всего остального, в общем-то, пришел к тому целевому действию, которое нам необходимо, можно сделать следующее. Можно сделать кнопку, которая присутствует на странице, меняющий цвет, да, или ну, какую-то визуализацию на нее положить, анимацию, которая позволит и будет являться вот тем мелким раздражителем, который помогает нам, собственно, сфокусироваться и увидеть этот элемент. Вот. Это один из моментов, который при там достаточно сложной структуре с большим количеством товаров, либо со сложным описанием, тоже достаточно обширным, пользователя подтолкнуть на то целевое действие, которое необходимо. Да, вот на примере это находится слева. Другой момент тоже интересный, он связан с тем, что существует такой момент, и вы часто видите это на сайтах, когда нам предлагают совершить одно единое действие. Да, то есть там зарегистрируйтесь, например, да, либо оставьте свои данные, либо получите бонус, да, такие всплывающие окна, наверняка вы часто их замечали на различных сайтах, которые дают возможность там получить купон на скидку, либо что-то еще. В основном на всех этих элементах существует одно единственное, ну, кнопка либо действие, там, получить, назовем ее так. Вот. Но есть альтернативная версия того, как можно реализовать этот, по сути, момент. Дать пользователю две кнопки. То есть в первом случае сказать, что да, вы можете вот это получить, и некоторые там в том числе описывают те бонусы, которые пользователь получит, если он согласится на, там, не знаю, на тот же самый купон, на скидку. И, соответственно, второй момент. Сказать ему о том, что он потеряет, если он этот бонус не получит. Вот. Опять-таки проводились различные исследования, и тут важный момент играет такой элемент психологии, потому что терять всегда сложнее, чем приобретать что-то вновь. И, в общем-то, такой момент, связанный с тем, что у нас существуют две кнопки, и пользователь должен сделать между ними выбор, подталкивает в основном пользователя сделать выбор в ту пользу, в которую нам необходимо. А здесь заметьте на скриншоте также элемент, который является более конверсионным, да, то есть кнопка «Да», она выделена цветом. И это тоже не случайно, потому что, как мы говорили раньше, контрастные элементы, они больше притягивают внимание и дают лучший результат с точки зрения конверсии. Другой момент связан с двухшаговым подтверждением. То есть что имеется в виду? Есть такой некий диссонанс, когда пользователь совершает определенное действие, за ним следует следующее действие, то ему сложнее отказаться от следующего действия, потому что он уже совершил определенный выбор, да, то есть он нажал на кнопку. Если бы ему необходимо было это заполнить, скажем, в форме
вот как на примере, который находится слева, он бы мог либо начать чуть-чуть ее заполнять и бросить, либо, соответственно, вообще не заполнять, потому что это некое одношаговое действие. То есть тут такой момент, что иногда мы боремся за то, чтобы сократить количество шагов пользователя, но иногда эти шаги дают лучший результат, потому что в силу вступают такие законы психологии. Вот. И можно с этим моментом тоже поэкспериментировать. Результаты исследований говорят, что он, в общем-то, лучший результат себе показывает, и посмотреть, как это будет работать в вашем случае. Конечно, очень сильно зависит от того, какой у вас товар, услуга, насколько она сложна с точки зрения там, принятия решения. Вот. Но если это достаточно сложный продукт, то, скорее всего, в два шага будет проще это делать, нежели с одним шагом. Измеримый прогресс. Что здесь имеется в виду? Когда мы пользователю помогаем и подсказываем тот путь, который ему нужно совершить для того, чтобы достичь той или иной цели, это включает в себя два момента психологических. Первый момент – пользователь понимает, сколько шагов ему необходимо совершить для того, чтобы дойти до финала. Второй момент, он связан с тем, что пользователю сложнее, скажем так, отказаться от того, что он теряет, потому что он уже совершил определенный объем шагов. Вот на примере слева, где мы видим, собственно, результат, вот эта некая зеленая плашка, которая показывает эффект от того, что пользователь уже запомнил, она помогает с точки зрения, ну, как бы, того, где мы сейчас находимся. И это провоцирует боязнь как раз пользователя потерять тот прогресс, к которому он уже дошел. Поэтому, когда вы предлагаете ему этот путь, да, и этот путь визуализирован. Это работает лучше, чем пользователь просто совершает определенные действия, не понимая, на каком из шагов он сейчас находится. Вот, я думаю, с этим понятно. Другой момент связан с банковскими картами. Ну, в принципе, он достаточно понятен. Он относится скорее даже не только к банковским картам, но и вообще, в принципе, к какой-либо информации, которую пользователю необходимо первично получить от вас. Чем ее будет больше, тем, соответственно, количество конверсий будет снижаться. Чем ее будет меньше и чем пользователю будет проще сообщить какие-то базовые вещи, тем конверсий будет больше. Понятно, что если у вас платная услуга, то нет смысла, например, на первом шаге заставлять, скажем так, пользователя заполнять там, реквизиты банковской карты для того, чтобы у него в последующем спишется та или иная стоимость этой услуги, там, например, ежемесячной. Вот. Этот принцип, кстати говоря, уже ну, достаточно активно практикуется там, в нашей российской практике, да и, в принципе, зарубежная она уже достаточно давно существует, что есть некая такая фри-регистрация, да, бесплатная регистрация, когда мы просто пользуемся продуктом, а при этом нас, собственно, тот провайдер, да, или тот, та компания, которая оказывает ту или иную услугу, они заставляют сразу же заводить данные. Это работает лучше с точки зрения получения клиентов. Другой момент связан с доверием. Да, здесь важно понимать, что есть некий диссонанс. То есть, с одной стороны, мы всегда хотим купить продукт, а с другой стороны, мы не хотим за продукт платить деньги. И вот в этой такой, скажем, более клиентской, важно помочь ему и сообщить о том, что он делает правильный выбор. Как это можно сделать? Да, это можно сделать некой визуализацией определенных моментов, которые будут ему, по сути, гарантировать, ну, или подсказывать о том, что да, вы делаете правильный выбор. То есть, что у нас есть гарантия на свой продукт, не знаю, там, 2 года, например. У вас есть возможность там, в течение 30 дней вернуть товар без там, условно объяснения причин, если вы вдруг поймете, что этот товар вам не подходит. Там, не знаю, срок возврата, например, у нас там в течение суток производится, поэтому вы можете по этому поводу там не переживать и так далее. То есть те моменты, которые являются, по сути, финальными на этапе того, когда клиент уже принимает решение согласиться, да, там, получить этот товар или услугу, или все-таки еще подумать, взять паузу на то, чтобы, там, не знаю, посмотреть какие-то другие варианты либо предложения. Вот, поэтому если добавлять эти элементы, они, в общем-то, такими символами доверия дают возможность увеличивать конверсию. Другой момент, я думаю, вы тоже часто замечали, если видели какие-то различные варианты тарифных планов, это выделить целевой продукт. То есть что имеется в виду? У нас есть, грубо говоря, несколько, например, тарифных
тарифных планов, которые мы можем предложить клиенту. И есть тот тарифный план, который мы клиенту хотели бы предложить как некий основной. Вот на примере показано, что он находится на середине. Это тоже некий такой психологический момент, когда есть там более дешевый тариф, ну, например, он очень сильно ограничен. Есть дорогой тариф, который иногда даже создается специально для того, чтобы просто показать разницу между там дешевым тарифом и супердорогим тарифом. И есть тот продукт, который мы на самом деле хотим продавать. Да, вот там на примере он находится посередине в названии «План С». Этот продукт лучше выделить. Да, выделить его можно а цветом, б его можно выделить каким-нибудь определенным маркером, хит, там самый популярный продукт, там чаще всего приобретают и так далее. А тем самым мы дадим пользователю некий маркер, некое понимание того, что этот продукт, он пользуется большим спросом, он лучше вам подходит, и, собственно, зафиксировав свое внимание на этом, пользователь, скорее всего, будет выбирать по большей части именно этот продукт. Важный момент, который стоит учитывать, ну, с точки зрения скорее интернет-магазинов, это акценты внимания. Да, то есть, грубо говоря, когда мы находимся, ну, точнее, когда пользователь уже находится на стадии, например, оплаты, важно ничем не отвлекать этого пользователя от совершения целевого действия, да, то есть ввести, там, проверить, что он выбрал тот пул товаров, который ему необходим, нажать кнопку «Оплатить». Часто какая проблема возникает или какая ошибка происходит? На моменте принятия решения, когда пользователь уже должен вот заплатить нам условно деньги за то, что он приобретает, пользователи начинают предлагать различные варианты дополнительные того, что ему может заинтересовать. Ему предлагают, а вот еще купите с этим товаром, а посмотрите еще, может быть, вам вот это понравится, а у нас еще есть вот такие альтернативы тому продукту, который вы сейчас заказываете. Все это, оно провоцирует то, что пользователь начинает сомневаться, что это ему нужно, он начинает смотреть альтернативы, уходит со страницы, собственно, самой оплаты, и мы не получаем, ну, мы получаем конверсию, но она будет значительно ниже, если мы пользователя акцентируем на том, собственно, на том, зачем он сюда пришел, да, за оплатой. Вот здесь есть несколько примеров. В первом примере это как раз-таки поле, связанное с купоном, то есть оно в левом окошке такое акцентированное, и пользователь скорее задумывается, а есть ли этот купон, а где мне его можно взять и так далее, и может уйти со страницы для того, чтобы начать искать этот купон. А во втором случае мы говорим, что если у вас есть купон, да, это, ну, просто фразы. Вот нажмите сюда, и вы можете ввести. Оно менее, имеет меньший акцент. А во втором примере мы видим, что нету шапки. Да, то есть ничего из элементов сайта не отвлекает пользователя от того, чтобы нажать кнопку «Далее». Да, это тоже важно. Следующий момент – это некая опция по умолчанию. То есть что имеется в виду? Нам, как людям, всегда сложно принимать какой-то выбор, да, и мы всегда хотим, чтобы тот выбор, который мы совершали, а, был правильным, а лучше бы, чтобы за нас кто-то уже подумал и этот выбор совершил, да. Вот в первом случае, который находится слева, да, здесь существует тот акцент, о котором мы говорили, но нету заранее предустановленного выбора, да, то есть уже кнопки, что вот этот вариант там условно вам подают, а во втором он есть. И на самом деле это действительно работает. То есть когда у вас есть, грубо говоря, уже выбран тот или иной тариф для пользователя, он, собственно, с большей охотой этот тариф возьмет, да, потому что ему нужно совершать меньше действий. Да. Создается такое ощущение, что за него вы уже подумали, а если вы уже за него подумали, здорово, возможно, это тот вариант, который как раз ему необходим. Следующий момент, он связан с таким вариантом, что мне необходимо купить. Да? То есть здесь в чем основная суть? Нужно для пользователя максимально снизить сложность выбора. Да? О чем мы говорили на прошлом слайде, когда мы выбор уже для пользователя совершили, то есть, конечно же, варианты, когда мы за пользователя выбор совершить не можем. Да? И нам необходимо от него получить какую-то обратную связь, но лучше всего это делать, задавая либо простые вопросы, либо давая какие-то варианты, где этот выбор, ну, достаточно легко совершить. Вот два примера, которые здесь приводятся. В первом случае, там, условно, там, не знаю, выберите категории, есть огромное количество категорий, а в втором случае мы просто спрашиваем, там, мужчина или женщина.
да? И в таком формате, если посмотрите, работают там основные сайты, которые занимаются продажей одежды, то есть первично они задают вопрос, там, мужчина или женщина, да, и от этого строят ассортимент. Для того, чтобы пользователю максимально было просто взаимодействовать с интерфейсом, и это в том числе, естественно, повышает конверсию. Есть такой момент, связанный с ментальным взаимодействием. То есть тут есть такие особенности, они скорее уже психологические. Как расположен тот или иной товар, как расположен тот или иной продукт, в частности, на фотографиях. Да, вот в первом случае мы видим, что у продукта есть ложка. Да, такой некий элемент взаимодействия, причем она расположена справа. Да, почему справа? Потому что у большинства людей доминантная рука как раз является правой, да, и это работать будет лучше. То же самое касается самого продукта. То есть одно дело, продукт находится в некой вакуумной среде, да, вот как на картинке, которая у нас находится слева. Он находится в упаковке. Во втором случае он находится не в упаковке. И тот же самый пример можно провести с точки зрения взаимодействия. Да, если вы видели, например, то, как продаются в том числе мобильные телефоны, чаще всего производитель старается этот телефон поместить в какую-то среду. Да, то есть она либо находится в руке человека, либо человек идет, разговаривает по этому телефону, либо какие-то еще моменты жизненные приводятся. То есть стараются не располагать просто продукт, как его фотографию, потому что намного более сильный эффект оказывают те фотографии, в котором происходит взаимодействие с этим продуктом. Да, в том числе это и решает некие вопросы. То есть, грубо говоря, когда телефон находится в руке, и мы видим эту фотографию, мы понимаем, какой телефон по размерам. Да, если бы руки не было, мы бы не смогли понять, какой он по размерам, и, соответственно, там, появился бы дополнительное возражение, там, может быть, это слишком большой телефон, который мне не подойдет, или там он неудобно будет лежать в руке и так далее. Вот, поэтому фотографиям есть смысл уделять роль не только их качества, но и того, насколько они, скажем так, ментально могут взаимодействовать с целевой аудиторией. Затем момент связан с ограничением. Да, вы наверняка сталкивались, и многие часто, кстати говоря, в этом моменте как-то даже, ну, можно сказать, используют его неправильно, да, когда есть определенные ограничения. Они связаны, например, с количеством, или они связаны с какими-то моментами, да, например, там на букинге такая вещь часто практикуется, и даже там были известны скандалы по этому поводу, что какое-то место, в которое вы хотите полететь и остановиться в том или ином отеле, оно есть на букинге, да, показывается, что там осталась одна единственная комната, и только сейчас ее можно забронировать, да, хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Создается вот такой некий эффект дефицита, да, и там уже пошли дальше, что через какое-то время там не происходит оформление, они там ее условно заранее закрывают, открывая там условно через какое-то время, да. В итоге вот этот эффект дефицита подтолкнуть пользователя к тому, что он быстрее принял решение, он, конечно, хорошо работает, но играет вот такой вот роль того, что не всегда это является правдой. Вот. Но вообще сам дефицит – это вот один из принципов, который там в знаменитой книге Чалдини был выявлен, и, в общем-то, он действительно работает. Если его применять с умом и с расстановкой, то это, в общем-то, хороший инструмент. Теперь, что касается взаимодействия. Понятно, что пользователь не всегда принимает решение. Да, не всегда человек, который заходит на сайт, сразу же оформляет услугу. Не всегда человек, который заходит на сайт, сразу же готов купить. Понятно, что с ним придется взаимодействовать. А если с ним придется взаимодействовать, то нам нужны инструменты, которые позволяют это взаимодействие выстраивать с ним в дальнейшем. Вот. Поэтому есть такие инструменты, как ретаргетинг. То есть, грубо говоря, на сайт устанавливается определенный кусок кода, да, так называемый пиксель. Он собирает людей, которые заходили на ваш сайт и имеют профили в той или иной социальной сети, в зависимости от того, какой пиксель ретаргетинга мы установили, ну, допустим, это пиксель ВКонтакте. Вот, он, если пользователь хоть как-то был авторизован, сохранились куки, либо что-то еще, запоминает этого пользователя, и дальше в рекламе, которая присутствует ВКонтакте, которую вы видите либо слева, либо нативно, да, то есть это такой некий нативный формат поста, рекламируется та услуга, которую он ранее видел на сайте. Есть несколько вариантов того, в том числе, как это может настраиваться, этот ретаргетинг. Но здесь самое важное понимать, наверное, то, что он
необходим, по крайней мере, в тех услугах, где выбор достаточно сложный, потому что не совершается сразу же. И, естественно, этот пиксель ретаргетинга, ну, есть смысл устанавливать в любом случае. Даже если вы в какое-то время ретаргетинг не будете использовать сразу, то, в общем-то, база у вас будет сохраняться и копиться. И вы в дальнейшем можете с этими пользователями взаимодействовать, пусть предлагая им другой товар или услугу, или предлагая какую-нибудь акцию, которая у вас запускается. Но, тем не менее, у вас уже есть более-менее лояльная аудитория, которая с этим взаимодействовала. Важный также момент, что есть смысл поделиться, точнее говоря, дать возможность поделиться пользователям товаром. Это не часто, к сожалению, встречается, то есть нужно поделиться. Да, поэтому хорошо, если дать ему тот стимул, благодаря которому он будет делиться. Да, то есть это может быть, вот как на примере, да, там некая скидка, если он поделился продуктом. Это может быть определенные бонусы, которые он может применить, либо что-то иное. То есть здесь важный момент, что пользователь готов делиться информацией, если эта информация будет полезна, да, и он может с этого что-то получит. Плюс ко всему, для того, чтобы пользователя побудить к тому, чтобы он делился информацией, можно показать тех пользователей, которые уже поделились информацией. Это некий такой социальный элемент, который позволяет нам, грубо говоря, взаимодействовать. Вот. Что бы, в принципе, хотел сказать уже ближе к концу. Есть такие вещи, да, так называемая социальная валюта. То есть проводилось некое исследование, и как бы люди по-разному могут реагировать на тот посыл, который вы им даете. Да, вот здесь пример, когда, по сути, одна и та же услуга или один и тот же товар в разных вариантах подается. Да, в первом варианте он подается как там хочешь получить условно такую-то услугу, скачай. А во втором варианте он подается несколько иначе. Да, то есть он подается в таком ключе, что, как мы говорили вот на прошлом слайде, пользователю интересно этим поделиться. Это не является рекламой. Да, это является, может быть, даже для кого-то предметом гордости. Вот там бета-тестеры чаще всего это люди, которые, наоборот, гордятся, что они тестируют там впервые новое приложение или они тестируют, например, какую-то, не знаю, там игру либо что-то еще. То есть им интересно об этом рассказывать. В первом случае это менее интересно. Вот. Ну, что бы хотел сказать в конце. Важный момент, наверное, с тем, что мы сейчас говорим о каких-то точечных элементах, которые можно на сайте применить. Но, конечно, говоря о конверсии, в первую очередь нужно понимать, что это совокупность множества элементов. Она зависит от того, насколько, например, правильно у вас настроена реклама. Раз. Насколько, например, у вас хороший идет трафик с этой рекламы. Насколько сайт предлагает услугу, которую пользователь хочет купить, переходя по этой рекламе. То, насколько у вас конкурентная цена. Насколько у вас удобная доставка, то, о чем мы сегодня говорили, насколько пользователю понятно, сколько эта доставка будет стоить. Это в себя включает в том числе, насколько сайт удобный с точки зрения, например, того, что пользователь может выходить с мобильных устройств, да, насколько он адаптивный. Вот. Поэтому есть куча моментов, которые связаны с тем, что у пользователя применяется там, то или иное решение он применяет. Вот. И здесь, конечно же, важно понимать, что конверсия – это некий сквозной элемент. Он зависит не только от того, что мы применим там те инструменты, о которых я сегодня говорил, а это зависит от того, это зависит от всей цепочки, начиная от вашей рекламы и заканчивая то, как общается продавец. Поэтому старайтесь эту цепочку проработать, да, это некие такие точки касания, которые я, наверное, рекомендовал вам для себя прописать, и в этих точках касания подумать над тем, как взаимодействие с пользователем улучшить, да, как сделать так, чтобы каждая из точек касания с вашей целевой аудиторией была на 100% проработана. И тогда это можно говорить о том, что конверсия в целом на сайте у вас будет хорошей. Вот. Поэтому на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете мне их задавать. Здесь я оставил свои контакты с почтой. Если кто-то не успел что-то записать, либо кому-то понадобится моя презентация с описанием всех этих элементов для того, чтобы в будущем применить, можете на нее написать, я вам, собственно, эту презентацию пришлю.
Вот. Спасибо большое, Павел. Коллеги. Да, спасибо. Я сейчас не вижу пока вопросов по вашему докладу, а отзывы только хорошие. Это замечательно. Да, было интересно и полезно, да, я уверен. Да, могу предположить, конечно, что здесь как раз-таки мало вопросов будет, потому что, собственно, сами инструменты достаточно понятные, то есть тут вопрос скорее в их применимости того, чтобы коллеги могли их применить на практике. Да, да, согласен. Спасибо большое, Павел. Мы на этом будем завершать, потому что время у нас спасибо. Как раз ровно подошло к концу. Я благодарю вас и благодарю всех, кто к нам сегодня присоединился, кто был с нами. Напомню, что мы, естественно, видеозапись вели и сейчас ее быстренько сконвертируем для того, чтобы выложить на YouTube. Надеюсь, это будет сегодня или завтра. Обязательно разошлем вам ссылочки на видео или просто заходите на канал YouTube 1С Bittrex, там все наши вебинары выложены. Их также можно найти на нашем сайте 1С Bittrex в разделе мероприятия, просто увидеть, собственно, свой сайт. Выбрать вебинары, там все записи приложены. Что ж, спасибо. А, вот, кстати, какую сквозную аналитику Павел порекомендовал бы, спрашивает. Павел, есть на вопрос? Я бы, конечно, порекомендовал ту, которую будет делать Bittrex, который скоро появится. Вот. Но вообще, на самом деле, вопрос аналитики, он очень ну, такой индивидуальный, зависит от того, какой набор рекламных каналов используется. Есть разные типы. Есть, например, CoMagic, есть CallTouch. Много аналитик работают очень похоже с точки зрения того, какие данные они предоставляют. Есть аналитики, в том числе сквозные, которые настраиваются индивидуально, да, где вы можете сами сформировать свой дашборд, да, где вы будете видеть те показатели, которые вам нужны, в том виде, в котором вам нужны. А здесь просто важно понимать, насколько нужна глубина этой аналитики. То есть либо это только веб, либо это еще подтягивает, может быть, какие-то вещи из там, учетных систем, какого-то офлайна, в том числе и такое тоже бывает. Поэтому зависит, конечно, от того, в каком сейчас состоянии. Если говорить метрику или Google Analytics, ну, конечно, Google Analytics, он более, скажем так, больше набор данных вам может предоставить, но метрика интуитивная, понятна. Да, вот сколько мы разных не знаю, проектов не реализовывали, где устанавливали, где клиент, собственно, добавлен в тот или иной инструмент, все, конечно, замечают, что за метрика она более интуитивна. Да, Google Analytics, он сложнее, но он дает больше количество данных. Ну и, конечно же, никто не мешает установить и ту аналитику, да, и собирать данные в зависимости от того, какого формата они вам нужны и насколько глубина проработана. Ройстат тоже достаточно неплохой ресурс, в общем-то, с точки зрения аналитики, тоже могу рекомендовать. Да, спасибо. Ну что ж, я предлагаю все-таки завершаться. Время обеденное, надо отпустить наших слушателей на перерыв. Спасибо большое еще раз, Павел. Спасибо всем слушателям. Мы ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго и хорошего вам дня.